Компания «Бионика» построит завод по выращиванию рыбы на территории особой экономической зоны «Алга» за 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Об этом сообщил директор компании Салим Шарыпов. Завод «Башбалык» будет специализироваться на выращивании и переработке рыбной продукции осетровых и сомовых пород. Речь идет о строительстве комплексов по разведению товарной рыбы и выпуску деликатесов. На новых производствах появится 120 рабочих мест. Кроме того, предполагаются поставки диетической рыбной продукции в детсады, школы и больницы. Нельзя продавать продукцию, которая лежит на льду, которая с головой, потрошенная, заморозка. Нет. Это достаточно дорогой продукт. Он должен быть конечным употреблением. То есть хорошо на яблочных, вишневых, грушевых опилках копченая рыба, балык, осетра. Премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что в регионе на сегодняшний день есть потребность в рыбной продукции. Власти готовы оказать содействие в реализации проекта. Проект привлекательный. Как раз, в общем-то, ну, то, что нам нужно. И в этой связи понятно, что это не приоритет для нас может рассматриваться. Мы готовы здесь максимально содействовать, чтобы он получился. Власти региона одобрили включение проекта в число резидентов ОС «Алга». Кроме того, Минсельхоз компенсирует инвесторам часть затрат на приобретение оборудования, комбикормов и рыбопосадочного материала. Напомню, особая экономическая зона «Алга» была создана в мае 2020 года. Предоставляются льготные налоговые и таможенные условия для бизнеса.